самом деле, да. Они жесткие быки просто. Хорошо. Еще один вопрос от Михаила Евсюкова. Лучший игрок чемпионата, по вашему мнению? Ну, я отмечу Юру Карпова. Потому что, на мой взгляд, это на самом деле самый такой... Юру Карпова или... Ой, не-не-не, Андрея Карпова. Потому что, на мое мнение, как бы это самый такой, самый сильный игрок. Потому что он и мало того отрабатывает, и просто на всех зонах и умудряется мячи забивать, причем с таким ударом хлестким. Но я думаю, то, что да, вот самый такой сильный игрок чемпионата – это как раз Киев. Ой, Андрей Карпов. Хорошо.